Приветствую вас, друзья. Очень интересные новости. Организация PFL выкупила организация Bellator. И мы знаем, что в организации Bellator выступают два таджика. Это Шараф Давлатмуродов и его ученик Сарвар Хамидов. И Bellator будет... то есть PFL будет вот эти ивенты, да, вот эти бои будут делать в организации Bellator только по Европе. И за год они должны провести 8 турниров именно по Европе и в два титульных боя в каждом ивенте, да, поэтому это будет очень интересно. И надеемся, что Сарвар Хамидов и Шараф Давлатмуродов в скором будущем уже будут выступать уже на ближайших турнирах, да. И очень интересно, что вот PFL разрешает бойцам Bellator выступать в PFL тоже. И, допустим, вот помните, да, Лоик Раджабов дрался за $1 млн. И бойцы Bellator тоже могут участвовать на этих турнирах именно за деньги, да, за $1 млн. Так что надеемся, что Сарвар Хамидов может попробовать себя в PFL за $1 млн. Он имеет уже право, потому что PFL выкупил уже Bellator, так что у них больше шансов сейчас, да, и даже, возможно, будут драться чемпионы PFL против чемпионов Bellator, так что очень будут интересные турниры. Пожелаем удачи Сарвару Хамидову и Шарафу Давлатмуродову, и надеемся, что в ближайшие турниры мы их увидим уже в октагоне. Друзья, подписываемся на канал, мира вам и добра!